церемония пройдет в этом году впервые и объединит в зрительном зале Хабаровского краевого музыкального театра незаметных героев нашего времени, доноров крови и общественных активистов, пропагандирующих развитие донорского движения в регионе. Награждаемым будет вручена статуэтка с изображением пеликана. Именно птица-пеликан считается международным символом донорства и альтруизма. Награждение пройдет в нескольких номинациях: донорская династия, максимальное количество донаций крови, максимальное количество донаций тромбоцитов, максимальное количество донаций плазмы, первый донор гемопоэтических стволовых клеток в Хабаровском крае, самый молодой почетный донор, активный донор-студент, активный донор-молодой врач, почетный донор-медицинский работник с максимальным количеством донаций крови и компонентов, за сотрудничество в проведении донорских акций, за развитие донорского движения, за вклад и развитие корпоративного донорства и других.